домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил ребят солдат. Мама анархия, папа стакан Матвея. Мама анархия, папа стакан Матвея. Все они в кожаных куртках, все они большего роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама анархия, папа стакан Матвея. Мама анархия, папа стакан Матвея. Веселую шутку сыграли солдатам ребята, раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом.